Помощник президента, инспектор по Витебской области Виталь Воук протягивает знакомство с регионом. Амаль каждый тыдень встречи у районах. Спочатку приемы громадян, потом деловые разговоры с керовниками предприемствов. У черговую командировку у Глибокое с помощником президента отправилась Юлия Устинова. На прием до помощника президента у Глибоким записались усяго 4 человеки, причем один с Полоцка, а еще один с Докшиц. Иван Шеко Глибокое приехал с женкой, разом яны ведут семейный бизнес у Докшицах. Приехали с просьбой посодейничать у снижения арендной платы за корыстание пляцовкой на мясцовом рынку. Докшицкая райпа призначила неподъемную для их арендную плату. Поскардились гандляры. Предпринимальники хотели заняться агротуризмом. Побудовали 2 гостевые домики, але не все документы у парадку. И райвыконкам обовязывает домики снести. Согласно проекту вроде бы, но проект вроде бы не такой, как надо. Подождите, но порядок такой. Нет, порядок такой. Вы сделали проект, вы должны были на основании проекта получить разрешение на строительство. Вы его не сделали. Так? Не получили разрешение. Ну, наверное, вот этого разрешения, наверное, у нас не было. Помощник президента рекомендует собрать всю документацию, как у ситуации, да помогли разобраться супрацовники облвыканкама. Жыхар Глибокого пришел на прием за пени, по его меркованию, несправедливо наличные за своечасовую выплату за навучание сына. А жыхарка вёскі Гваздова Прасковья Шынкевіч звернулася по допомогу у шматгадовой земельной спрэчцы. Виталь Воук уважливо вывучая документы, разбирается у ситуации. Увогуле кожны, кто пришел на прием, спадзяецца на таким высоким узроўні сапраўды дапамогуць. Люди должны быть активны. Если что-то не устраивает, они имеют шанс прийти, в частности, к помощнику президента. У нас доступны любые чиновники к контактам с населением. Это говорит о том, что у нас нет нерешаемых вопросов. Помощник президента познакомился с новым микрорайоном Глибокого Паўночны и наведал предприемство Глибоцкого района. С их керовниками обмерковал перспективы развития. Юлия Устинова, Михаил Христофоров, Новини, Витебск.